Перед вами большие раздвижные двери, справа от которых расположено правоуправление. Кажется, тут книжку всасывают. Да, знакомое всасывание, да? Похоже, это лифт для перемещения между палубами корабля. Поехали наверх. Акулит Эдвин, немедленно отойти от шахты Вознесения. Твой удел доказывает свою веру тяжелым трудом на этой палубе. Ладно. Навигатор корабля приветствует тебя, Акулит. А я могу увидеть Экскалибур? Мы не можем даже обсуждать священный меч на нижнем уровне корабля. Это самое несвятое место, что есть на нашем судне. А как мне подняться выше? Все просто. Ты вознесешься, когда докажешь, что достоин этого. А куда корабль вообще летит? Мы исследуем просторы Черной реки в поисках достойного. У вас есть догадки, где он может быть? Священный меч ведет нас к нему. Когда мы найдем его, он влечет священный меч из камней и ведет наш народ в светлое будущее. То есть любой может оказаться достойным. Даже я. Дайте я попробую вытащить меч. Я уверен, я есть тот, есть там. Сперва тебе придется доказать, что ты достоин. Попытаться доказать, что ты достоин. Ой, моя! Ты достойным, достойности достойным. Я тоже могу верайзинг. Ну, я такую быструю, знаешь, пробежечку сделаю. Вспомнить, как играть в нее. Там, кстати, ты знал, что в начальном кладбище есть мини-босс в виде крысы большой? Ты знал об этом? Я не знал. Короче, просто чисто тестировочную сбегаю. Может быть, первый биом пройду. Просто вспомнить. На самом деле, технически нужно... Пока у тебя есть иммунка... Быстренько сбегать во второй биом, желательно, наверное, за конем, собрать гарлик обосранный и побегать это, потыкать. И можно там сразу базу поставить, прям резко. Потому что второй биом идеален в теории, потому что я видел конечную карту, и в итоге карта будет как бы вверх, влево, вправо, конечные биомы. И в середине будет как бы вроде удобно. Ну ладно, посмотрим. Изучай истины, да смотрю оборудование, полагай братьям своим. Это приведет тебя к постепенному осознанию истины, которого откроет путь к мечу. Вода уходит вверх в темноту. По кельям. Использовать карту А. Ремонтный модуль. Будет устройство. Нажать красную кнопку. На экране загорается спать. Брат, повести сломанный отмен все, и к нему вернется начальник. Серебряный слиток. Космический мультититул. Нихуя себе. Так, машинное отделение. Ух, мать. Не, гарликом мазу сразу себе такое. Босса в первой локе запирать не очень получится. Да их, в принципе, не всех обязательно убивать. Ты убиваешь только начальных. Словно. Тех, которые нужны на крафтильную. И быстренько. На самом деле, все намного быстрее можно сделать. Того же медведя, в принципе, технически не обязательно убивать. Хотя, с другой стороны, он нужен, чтобы проломить стену. Максимум сбегать в шахту железа, проверить, что там два босса друг друга убивают. Ну, такое, на, тоже. Контейнер, кстати. А можно же другую шахту, в которой там големы сидят. Недвижные. Если аккуратненько оттуда фигачить, то можно сделать так, что, ну, они тебя не тронут. Если аккуратненько все фигачить. А, ну это было два выхода. Гарлик логично после медведя собирать вообще. Я гарлик собираю вообще не в форме медведя и так далее. Что это за звук? Какой звук? Осторожно! Черт! Акулит Замза! Немедленно приступай к ремонту во имя достойного! Хо! О, старший брат, я не могу! В чем причина, Акулит Замза? Мне нужна помощь. Вы, конечно, все на месте, значит, ты можешь выполнить ремонт. Я не могу встать. Тебя чем-то прижало сверху, Акулит Замза? Должно быть внутреннее повреждение ребра. Я понимаю, ты утратил веру в достойного. Да не убойтесь, вы разочаровавшись в пути. Отделайте их от чего? Медведь гарлик здесь хорошо имеет. После сбора садишься и медведя, он быстро слетает. Да он медленный все равно. Помочь раненому. Два шага вы оказываетесь около раненого. Глаза курит, наполнен животным страхом, смотрит какую-то точку под потолком. Снимая с него костюм, нам нужно скорее смотреть раны. Хорошо, сейчас.
Накал луч возникает ниоткуда, поэтому что стечки. Какого черта? А калитеты, немедленно приступай к ремонту. Во имя достойного. Что это было? Акулит, потерявший веру в достоинство нашу миссию, больше не может быть частью команды. Да, лучше поторопиться с ремонтом. Бедный парень. Рассматривай тело, стараясь избегать взглядом раны на голове. Еще приметному не бросается в глаза. Что-то в руке. Жать руку погибшего, видите в ней электронную карту доступа. К сожалению, я тоже завладел взрывом. Так, ящик. Так, и в чем проблема? Не знаю, автор очень размыт, писал устройство двигателя. Эх. Он клоняется вперед и взгляд темное отверстие двигателя. Резиновые шланги, металлические трубки, поршни, ремни. Все оно удивительное целое. Внутри все кажется целым. Почему же тогда он нагревается? Работать руками. Вы тянетесь к ближайшему подвижному элементу двигателя. Стоит руками коснуться металла, как вы тут же отдергиваете пальцы и делаете шаг назад. Ричи, что он должен быть таким раскаленным? Это ведь двигатель космического корабля. Ага, и звук тревоги здесь тоже обычное дело. И лапочки тут просто так мигают. А галитетин, повышенная температура двигателя вызвана твоим действием? Нет, во имя достойного. Похоже, система охлаждения не спал. Следуй по нижнему коридору в центр охлаждения и попробуй забраться, в чем дело. Будет сделано. Дополнительный двигатель. Почему все проблемы вложены в узор? Я тоже не знаю. Так, система охлаждения. Ну, осматриваем. Ставь все как и есть. Труба сломана, подача воды открыта. Закрыть клапан с водой. Отсоединить сломанную трубу. Она довольно быстро стоит, и вы выбираете ее в карман плаща. Я буду ее заменить новой. Так, а где мне трубу-то найти? А, вот расплавленная карта доступа. Может быть, у нас будет это... А что, кажется, в начальной луке? Она вообще гуглится? Не знаю, но я видел у челика, что была крыса. Так, вот это вот. А-а-а. А как мне восстановить? Может быть, это... Вот, вложить внутрь карту доступа. Все отлично. Все. Они даже расчёны с нами. Видимо, такой углеводовзрыв. Так, а что мне нужно? Так, ну это крафтильня, это я понял. Серебряные слитки нужно. Доступ разрешен. На форму крысы, собственно. Я... Нет. Две камеры. Капсу лежит женщина. Ее глаза закрыты, а губы быстро и беззвучно шевелятся. Что-то я проговариваю. Осмотри женщину. Женщина выглядит очень уставшей, из-за чего сложно угадать ее возраст. Ей одновременно и 40, и 80 лет. Как? Одета она в странное сочетание средневекового фасона и футуристических материалов. И руки сложены в груди. У них что-то зажато. Но вы не видите что. Какой-то амулет, похоже одновременно то ли на крест, то ли на меч. Осмотреть капсулу. Капсула набита электроникой, а также трубками, ведущими к женщине к стеклянному сосуду, который медленно заполняется светящейся жидкостью. Смотреть сосуд с жидкостью. Это то, что мы ищем. Они называют это верой. Жидкость из нее вытекает? Не думай об этом. Сосуд почти полон. Можешь его забирать. А с ней что будет? Она будет в порядке. На место прошлого футляра выезжает новая пустая колба. Женщина возвращается к изначальному состоянию. Вера начинает понемногу наполнять новый сосуд, но это происходит очень медленно.
Сжать по капсуле. Никакой реакции. Так, а что за... Поистину, Вера может принимать любые... Ёб твою надо. Ну и дичь, конечно, мужички. Ну и дичь. Это типа отмычки, да? Я так понял, это отмычка. Так. А зачем нам сосуд веры? Там мы этот сосуд будем сосудировать. Ну, жестко они, конечно, здесь вопросики решают. Что-то не так сделал. Хоп, лазер в голову. До свидания. Подсоединяем, дело сделано. Не совсем. Проверяю, проверю еще. Может открыть клапан. Заработал. Пойдем посмотрим, что там теперь с двигателем. Изи. Нет, двигатель обосран. Let's go. Вот эта штука за нами наблюдает. Откуда игру нашел? Да, мне домовой закинул ее. Вообще, я не так знал, она у меня была в этих желаемых. Потому что здесь очень такой формат интересный. Рисовочка прикольненькая. Все классненько, здесь молодежно красиво. Система охлаждения исправно закачивает ледяную смесь трубы. Двигатель уже не пышет жаром, как прежде. Вы даже можете прикоснуться голой рукой к внешней обшивке. Охлаждение мы починили. Но, похоже, этого мало. Может, какую-то кнопку нажать нужно? Позвать навигатора. Во имя достойного прошу запустить двигатель. Не ко мне тебе нужно возносить молитвы о калитете, но к нему напрямую. Я лишь слуга его. Достойный, молю, запусти двигатель. Достойный, такое дело. Нам бы двигатель. Я явно не успел ознакомиться с членами летания, поэтому я подскажу тебе, новичок. Повтори. Воле достойного молю пламя подчиниться воле моей и принести в действие сей механизм. Внутри двигателя что-то начинает довольно бухтеть, набирая обороты. Вдруг помещение сняется визгливым звуком. А глитоген недостаточно вера. Да, блин. Вера моя крепка, как никогда. Я верю в достойного всем сердцем, всей душой. Каждой клеточкой своей веры в него. Неожиданно сбоку двигателя что-то открывается. И с таким шипением бабочкой белого пара появляется пустой отсек для цилиндрической колбы. Я говорю о другом. Помести в отсек сосуд, наполненный верой, дабы наш храм смог проложить свой путь. Ага. Этого хватит? Вполне. Колба идеально входит в отверстие. Вы вдавливаете чуть-чуть сильнее, она мягко погружается вглубь машины. Стоит вам вытащить руку, как толстый круглый люк закрывает отверстие. Вспомнить молитву самому. Помнишь, как там было? Что-то про пламя, механизм... А, забудь. Про достойного. Сейчас поищу цитату. Более достойно молю пламя починиться... Более достойного молю пламя подчиниться соли моей. Подчиниться воле моей. И починить. Блин, починить или привести в действие? Привести в действие. Да благословит достойная кулита этой. Двигатель вновь изрывно работает. Твоя работа здесь закончена. Пора тебе вознестись. Вознесение — это право подняться выше, на средний уровень корабля. А, точно. Ты можешь воспользоваться лифтом для возвышения. А сам меч Эскалиброн. Местоположение священного меча будет известно лишь тем, кто показал себя достойным этого знания. Хотя он с твердотроя и так холодным механическим, эта фраза прозвучала еще холоднее. Тогда я пойду к лифту. Ну все, йоу, заебись. Ребят, вы бы знали, как мой сосед долбит музяку, это просто забей. Привести к действию, да, привел, мы привели к действию, все нормально. Кстати, вот в эти апартаменты, эти вот там вот сверху, мы еще вернемся, походу. Let's go.
А лут чего? Да, да, лут уже был. Желаешь вознестись на средний уровень, брат? Нет, не сейчас. А в смысле не сейчас? Я как-то могу взломать другие кельи, что ли? Ну, видимо, нет. Ладно, окей, давайте поедем. Еще три комнаты, будет интересно их посмотреть. Бля, я понимаю слушать просто музяку, но я не понимаю, как можно включить ее настолько громко, что у меня стены пляшут просто. Сколько человек с кайфа проводит в субботу, да? Просто мега скайп, вообще похуй на весь окружающий мир. Добро пожаловать на землю, брат. На землю? Нижние палубы мы называем адом, средней землей, а верхние... Райан? Верно, брат. Вижу, ты уже изучил наше писание. Если тебя будет вести в более опознание, обратись в библиотеку на этом этаже. Ладно, а Эскалибур там, на верхнем этаже. Каждый эколит, поднявшийся из ада, должен сперва служить на земле 5 человеческих лет, прежде чем ему будет дозволено коснуться меча. Сколько? Только по истечению 5 лет эколит сможет постигнуть главную священную истину и достойный позволит, дозволит ему вознестись в рай, чтобы прикоснуться к мечу. Приступай к служению. Отсчет 5 лет начался. Что мне делать? Как я должен служить? Чай истины, осматривай оборудование, помогай братьям своим. Лишь рутина приведет тебя к постепенному осознанию истины. Посмотреться и сообразить план получше, чем мы целые 5 лет. Это правда. Ты, это ты. Помни, тушитель, давай сюда. Библиотека. Карта доступа, кстати, в... Сюда бэшечку. Каюты. Еще один разъем для Веры. Я думаю, она нужна только на нижнем уровне. Вера, то, что движет наш корабль вперед. Без нее поиски достойного невозможно. Она нужна и на каждом уровне корабля, и на каждом этапе жизни. Вот лазарет, кстати, вот этот вот. Туалет. Мне пока не нужно. А мне нужно. Здесь туалет красный. Еще один тушитель. Еще одна карта доступа, кстати. Так. Эй. Почему здесь туалет красный? Меня это триггерит. Почему у меня нос так чешется? Я так много вопросов задаю. Закрыт. Недостаточно питания. Все готические молитвы. Пусть сила напомнит ту часть моего тела, что нажать ее больше всего достойно. Легко будет запомнить. Запишем. Хоть записку Арман. Вот, это, кстати, нормально. Я так уснул вчера, Амазон ключу вырубился. Акома. Обзором в виде погнутый кусок металла. О! Дабы услышать речи прошлого, вознести молитву голоса. Дабы убить меч праведного, вознести молитву жертвы. Дабы сменить течение реки электрической, вознести молитву духа. То есть вот есть молитва духа электрическая, дабы услышать речи прошлое. Бля, это пиздец. Ну а здесь пройти можно? Более рука моя достойна помешает служить тебе, отсеку ее, как засохший корень. Так, и запишем. Точно их не перепутаешь с каким-то сраным названием? Я их перепутаю на изи вообще, я не погибаю. Во-вторых, почему я не могу вот сюда пройти? Как будто я вот через эту штуку должен пролезть, да? Ладно, это потом тоже. Я вообще ничего не запомнил. Давайте сюда пойдем. Ну, пазл довольно легенький. О. Просто подключенное к молитвенной камере объято пламени. Достать сосуд с верой не выйти. Только руки туда не суй. Веру нужно найти. Мужчина внутри не подает признаков жизни, как оборудованная окружающая капсула. Куба с верой успела заполниться до пожара и почти не было задета огнем. Правда, чудо.
что она цела. Горящая крикамера. Там молодой член ФКВ, который встречает просто от боли внутри камеры. Панель с описанием состоит, мигает красным светом, как и панель с температурой. Похоже, камера перегрелась. Нужно ее остудить, иначе парень может погибнуть. Осмотреть датчики. Скрываешь управление навигатора. Похоже, навигатор проблема с пониманием, что такое комнатная температура. Так, позвать навигатор. Может быть, немного... Понятно. Льдом. Нужен лед. Так все, тело держит, цепляется комбинезон груди, будто пытается водить на пульт. Сердечный недостаточно, требует инъекции стабилизатора. Подожди. Мертвый мужчина. Область веры сбоку абсолютно пуста. Похоже, команда начала утрачивать веру. Сколько лет без результата скитания, ожидаемо. Погоди, посмотри, что у него. Брать комнату, с которой выходит горячий пар. Что там? Что это такое? Бобина, чё? Рынка. Один из них случайно не... Помещи команды корабля. Экскалибура. Должен торчать камни до завтра. А, ну. Так, окей, одному нужно шприц, второму нужно это. Разберемся. Молитва духа, по идее. Почему я не могу его слышать? Задаешь неверный вопрос, Акли. Если этот просит, почему ты недостоин, чтобы допустить. А, достоин, достойно. Автор книги слышал про Тевма. Чё? Именно я был создан по приложительному образу и подобен достойного, поэтому я получаю от него сигнал. Ты был создан? Я думал, ты человек. Достойно явил свою волю. Тебе дозволено активировать прибор. Спасибо. Внимание, обнаружить недостаточно, доступна только часть функции. Так, подожди, нам нужно... Похоже, почти 70% навигатора. За такого определения мне даже приходится лететь на меньшую скорость, чем рассчитываю изначально. Видимо, он настолько необходим. Так, окей, оружейную навряд ли. Лазарет, давайте лазарет. Уменьшить подвижность корабля, поищи способы. Смотреть. А куда мы стреляем? Как ее включить? Может, тут нужна вера? Да, нужна. Ваш палец медленно тянется, обратиться на вид черной поверхности экрана управления. Уверен, что это хорошая идея. Подушечка вашего пальца скользит по поверхности панели. Первую секунду кажется, что ничего не происходит, но уже следующий ваш палец проводит ощутимый разряд статического электричества. Ау. Выбрать палец, как разыграется недостаточно веры. Ну, конечно. Еще одна молитва. И голос его учеников разнесутся по всей черной реке. От берега до берега, до истока луч. Я запишу. Голос. Так, окей. Молитва. Вот, еще одна карта доступа. Но здесь лазеры. Вот дальше прикрыт жужжащим лазером. В этом случае. Этот барьер полностью изгорает тебя за 1000 доли секунды. Я советую тебе не трогать его. Резко дергать его. На всякий случай делай шаг назад. А зачем посреди комнаты лучи, которые дезинфицируют меня за долю секунды? В целях безопасности доступ к этому участку палубы ограничен, пока активирован по его орудию. Я понимаю, но зачем? В целях безопасности. Ладно, ладно. Так, окей, я понял. Хорошо. Опа-на. Это интересно. Документы. Это подчеркивает тот факт, что количество самоубийств на Земле резко возросло после того, как меч был унесен с Земли нашей командой. Интересно.
Интересно. Так, тут ничего нету, да? Так, у меня есть А, Б, С, да? Это не то, да? Идея там, наверное, валяется. Нужно разблокировать этот шкафчик. Тут пустовато. Похоже, здесь не... давно никто не... Ты чё, вообще ничего нет, что ли? No way. Просто no way. Погоди, а есть способ пробраться... куда-нибудь в соседнюю фигню. Может быть, там можно будет пробраться через шахту тоже. Привет, Харрис. Кухня. Так, кухня открыта, отлично. Похаваем. О, морозилочка, это очень хорошо. Ставчик. Паночка, сядем. Там симметрическая артурдиальная поле. Пытаться открыть дверь. Так не получается. Может, какой-нибудь нож? Ой, ну что, шутишь? Тут нужна кувалда и доты, чтобы этот лед разбить. Ледоруб. Конечно, здесь где-то обязательно должен быть ледоруб для космического альпинизма. Обязательно он должен быть что-то у инструментов. Текст не вижу. Может, сходишь к соседу? Мне кажется, все соседи меня теперь ненавидят. Но я попробую. Давай. А можно мне... Что-то интересное выглядит, что это. Издалека кажется, Shadowrun и Disco Elysium. Да, есть такое. Shadowrun как по графону, Disco Elysium как по антуражу, наверное. Она, наверное, ближе к Disco Elysium, но она более линейная, скажем так. Юмор топчик. Как сказать вам? Я ща маскарад прохожу. Вампир маскарад ты имеешь в виду? Я, кстати, его не трогал. Он еще такой. У кого-то серьезный ремонт идет. Что дверь? Кто там? Это Этвин. Кто? Этвин, ваш сосед. Я ищу Кирку. У вас случайно нету? Кирку? Да что там у тебя в квартире происходит? Ремонт. Опять ремонт? А что там с моей кувалдой? И с лопатой? Они в полном порядке. Я просто стену сношу. Вот кувалда в стене застряла. Просто лопату взял, чтобы выковырить ее оттуда. Лопату тоже застряла. И мне нужна кирка, чтобы ее выковырить. И кирка тоже застрянет. А потом мне нужно будет... Ладно. Кирка, думаю, точно сможет все решить. Что за идиот? Сейчас поищу. На, хоть и ее верни. Спасибо. Мы ее не вернем. Пойдя хватает даже до 1000. Нет. Что-то я этот уровень увидел в Мэншене, где какая-то криповая атмосфера была. Я что-то не... Я ее прошел на ютубе. Бедный сосед, молот или дроб. Да, мы его ограбежили полностью. Так, давайте дверку все-таки закроем, мало ли много ли. Я не знаю, меня это триггерит, но давайте дверку все-таки лучше. Все, погнали дальше. Залезаем в эту Кодзимину дыру. Просто откуда у него все это? А вот тоже интересно. Ну давай. Отлично. Разбирать лед, надо только замороженные продукты. Так может, нам пригодится. Зачем? Как бы он мог слышать, узнаешь. Ладно. Поднять кепку над головой.
Ваш девиз – ровно столько усилий, сколько нужно. Примеришься как следует, вы сказали... Плохо. Понимаете? Ладно. Сложно, но ладно. Так, давайте остудим этого пупсика. Тоже почти 7,5 гадов. С такого проблемы даже приходится лететь на меньшей скорости. Так, ладно, окей. Уборная... Работает, этот работает, но лазарет мы не можем пролезть пока что, да? Пойдем охладим деда. Ой, деда этого мужика. Валяйте куски льда на капсулу, они быстро шипением начинают таять. Показатели протона медленно начинают падать. Как только он достигает нормального значения, вы открываете капсулу. Парень все еще лежит с закрытыми глазами, но вы хотя бы спасли его от губительной духоты. Оставить его так? Ага, пусть воздухом подышит. Хватай колбу. Спасибо. Так, окей, здесь колба есть у нас. Пойдем пушку тогда вытаскивать. Возьмем те лазеры, потом возьмем оттуда, скорее всего, кусочек... Получается. Нет, подожди, мы на оружейный идем, правильно? Оттуда возьмем допуск на D. Из допуска на D мы, скорее всего, найдем проход в корабль. Там энергию немножечко поменяем, чтобы попасть в лазарет, и там уже что-нибудь придумаем. Примерно такой планч у нас. Взлетает в сторону, образуя несколько прямоугольных кнопок. Так, что делать дальше? Попробуй тыкать надписи. Вроде книги все так делают. Тыкают надписи и произносят молитвы. Проверить состояние. Второй пункт, вы видите, как экран мгновение гаснет, затем на него возвращается таблица. Это орудие жрет больше 20% всей энергии корабля. Поэтому мы и собираемся его отключить. Что это за число? Огневая мощь. Если верить ей, орудие способно уничтожать планеты. Да? Нужно скорее отключить его, нам нужна энергия. Дать цель. Это первый пункт, видите, как кнопка вроде сложно. По контролям. Блять, я не хочу планету деактивировать. Требуется молитва. Ну давай. Стреляй, скобочка нет. А какая именно нужна? А, сложно сказать, поищу что-нибудь про оружие и энергию. Мне нужно 5. Так, ну точно не духа, да? Усила, напомню, часть тела, что нужно больше всего, нет. Допустите меч правильно. Так, подожди. Дабы опустить меч праздный. Ага, вот это вот жертва нормально. Так, окей, мне кажется, молитву жертвы надо. Видишь, не так уж было сложно. Плюс, блядь, стреляй, скобочка. Так, все, вот где ящик. Может, меня не приклеили ящик на полке. Мне кажется, там тут все ценное. И пройдет по тексту, управляясь минут за 10. Я сам. Ух ты. Понимаешь, вы видите, знамок на ящике отправился, больше не держишь крышку. Как ты это сделал? Какой нажал? Короче, эта штука как будто да, но нет. Не открыть. Пленки. Так, проигрыватель. Чтобы активировать проигрыватель, поместите веру в отсек на панели, брат. Да сколько ж можно этой веры? Сколько можно этой веры? Так, подожди. Давайте в отсек D зайдем. Может быть, там что-то есть.
Это я уже понял, я вниз хочу. А, вот вниз. Хорошо, я почему-то воспринял вниз как наверх и наверх как вниз. Ну, я просто дурачок. Ладно, пойдем сзади. Так, это последний рум, может быть там какой-нибудь этот шприц есть. Ищи. Мы здесь поднимемся, кстати. Такое. Аптечка, вот. Это мне надо, надо, надо. Так, по-моему, вторая рума, да? Так, пойдемте тогда на круглый столик, покрутим там свою шпагу. Шпага, которая там, это, ровенько. Подожди, а... У меня вопрос, а я могу криокамеру-то это? Че умирает? У тебя только колбы не... Ладно, просто хотел проверить, поищем для него лекарство. А где мне этот стабилизатор-то найти? Что такое за монстр, блядь? Ну я вообще хочу ему помочь. Я в тупике небольшом. Подожди, библиотека. А, мы же можем в лазарет сейчас зайти, точно. Я же забыл, мы питание отрубили на 20%. Что-то я затупил. Пачкана чем-то красным. Интересно, чем. Перед вами освещается огромный стеллаж с ящиками. Рядом с ним горит панель управления. Жать на первую цифру. Все полки представлены собой аккуратные квадратные отсеки, в каждом из которых стоят разнообразные флаконы. Для ближайшей из них в руки вы читаете надпись на старомодной бумажной перке. Подорожник обычный. Народная медицина. В космическом веке. Он пустой. Давай проверим другие отсеки. Подорожник обычный. Посередине ящика стоит позолоченная шкатулка с витиеватой надписью. Мощи великомученика Римара. Рядом с ней лежит оправленная бобина с пленкой. Взять бобину. Здесь что-то написано. Савянаятина. Священная истина? Это случайно не то, о чем говорил Новгород, чтобы попасть на верхний этаж. Нужно поскорее снять ее и прослушать. Думаю, не стоит трогать мощь святого на корабле с безумной головой, стреляющей лазерами. Так, хорошо. Это все, конечно, круто, но мне нужна аптечка. Здесь она 300 просто должна быть. Десятки хищных металлических шприцов смотрят на вас из-под стеклянных колпаков. Каждый из них заправлен зеленоватой жидкостью. Надпись на внутреннем глазе – стабилизатор. И повезло, что я врач. Хотя вряд ли повезло, у меня здесь рук нет. О, ты вспомнил что-то новое себе? Да? В общем, спрей или гель мне больше подошел. Похоже, сегодня тебе придется освоить новый навык. Великолепно. Вернемся к старику в капсуле. Погнали. Ну все, здесь... Контейнер. Контейнер? Я тебя вначале не заметил, а потом заметил. Попробовать открыть. Он сам все взломал?
Эта штука просто сама все взламывает. Ну разве не круто? Так у меня банки-то есть. У меня куча ресурсов, только с маной проблемы. Ладно, если что, мы вернемся. Так, давайте тогда это. Так, дедуля. Сейчас все будет гучи-бомбони. Шприц в ваших руках для спасения старика, все готово. Кали быстрее. Я никогда этого не делал. И не думаю, что игла могла пробить стекло капсулы. Там катетер слева, под панелью. Просто воткни иглу туда и введи средство. Для вашего облегчения проходит по вашему телу. Средство исчезает в некоторых капсулах. Старику на глаза становится лучше. Подождать. Крестив руки на груди, вы ждете. Мало-помалу судороги старика проходят, дыхание выравнивается, пальцы перестают рвать, одежду на груди. Эй, мы ему жизнь спасли. Ага, можно я теперь соберу капсулу, и мы пойдем дальше? Ладно, ладно. Мы неплохо сработали. Помогли! Я хотел сказать. Так, теперь мы... Идем сюда. Переключаемся на оружие. Главное, с молитвами еще тоже не обосраться. А прикиньте, молитву неправильно читаю, все, лазер в голову. Да? Включать колбу отверстий, она мягко погружается вглубь. Так, молитва. Мне кажется, голоса. Достойно услышать твою просьбу, брат. Тебе дозволено активировать прибор. Спасибо. Достойно. Похоже, на этом устройстве можно прослушать бобины с речами команды. Может быть, что-то полезное. Ну и технологии. Это же обычный проигрыватель. Ты в таких не застал в своей книге? Нет. Хотя, учитывая место, где мы сейчас, мне ничему не стоит удивляться. Так. Давайте, бобина номер один. Помню, как читал статьи критика нашей миссии, еще до отправления. Хочу записать его мысли, пока не забыл. Он писал о том, как меч, который он бахахульно назвал куском металла, застрявшего в камне, привел к идее разделения достойных и недостойных. Постепенно люди, понимающие, что шанс казаться недостойным был крайне велик, и не желающие брать на себя клеймо недостойного, избегали теста, придумывали одно оправдание безумнее другого. Это кусок металла, застрявший якобы из-за смещения каменных плит. Спровоцировал ускорение развития межпланетных странствий, следствием чего в итоге и стало наше отправление. Однако, я и сама иногда задумываюсь. Короче, походу ребята обосрались из-за какой-то фигни. Внимание, прослушиваемый материал записан на Земле и осматривается как управление против веры нашей миссии. Из-за пищащего динамика раздается голос мужчины средних лет. Пытаясь проанализировать влияние веры на наши технологии, в свете последних событий я наткнулся на интересную деталь. Ведь из стойка всех технологий состоит машина поста, которая имеет доказанную вероятность ошибки в 2%. То есть вероятностью 2% базовый алгоритм, на котором строится каждая машина, каждый компьютер, может совершить ошибку или дать сбой. Неуверенность и неопределенность, которую этот факт накладывает на, казалось бы, верные и надежные машины, задает место для суеверий. Что если я помолюсь и ошибка не произойдет? Что если я совершу какой-то обряд, скрещу пальцы и ошибка не случится? Запись закончилась. Интересно. Окей, я почему-то думал, что мы можем и так зафигачить. Ну ладно, пойдем чинить. Я как раз хотел туда восстановим чернила. Заебись. Блин, я мог спуститься через эту штуку. Я что-то забыл совсем про нее. Тогда же быстрее было, мне кажется. Блин, единственный живой человек здесь был, и он это того. Неприятно, да? Да, здесь был этот модуль. Отлично, можно прослушать ее на проигрыватель BB. Что у нас еще есть? Что-то еще есть. Давайте тыкнем. Убираем бутылочки. Через вентиль будет быстрее, я думаю. А почему здесь свечи горят? Здесь кто-то трапезничал недавно, что ли? Вот интересный этот момент. Так, окей, мы сейчас узнаем, что там с первой было.
Из-за трещащего динамика раздается голос немощного старика. О, достойно. Электронная свеча, 100%. Может быть, кстати. Чуть не чихнул жестко. О, достойный, молю тебя. Не сила твоей жажду. Так-так. Но ответственность, что падет на того, кто дерзнет вознести над собой клинок. Голос обрывается. Вы слышите звук открытия лифта и голос навигатора вдалеке. Это и есть священная истина, о которой говорил навигатор? Если это она, нам не придется 5 лет тут обрабатывать. Ладно, пойдем к лифту. Думаю, теперь нас пропустят. Может, они пропустят. Так, ну все бобины мы послушали. Мне нравится это название бобины. Ха! Смешно просто очень мне. Смеюся. Очень сильно. Ну давайте. Думаю, я уже постиг священную истину. Я слушаю тебя, Акулит. О, достойный, не сила твоей жажды, но ответственности, что пойдет на того, кто дерзнет вознести над собой клинок. Это и вправду священная молитва. Она необходима тому, кто решит коснуться меча и кажется достойным. Я удивлен, что тебе удалось постичь ее за такой короткий срок. Что ж, я готов вознести тебя. Ты сам-то готов? Больше никаких дел не осталось. Готов, погнали за мечом. Возносите меня. Исполняю. Чпоинкс. Дверь закрыта. На ней нас высший навигатор. Ну давайте. Акалит Этьен. Что опять? Ты же сказал, что можешь коснуться меча. Верно. Но сейчас для тебя есть более важная задача. Зайди в каюту навигатора. А можно сначала меч? Замечаете на стене въезжающую панель, скрывающую на ней орудие? Выглядит знакомо. Уже иду. Ну и дичь. Навигатор? Ну и громадина. Зачем вы меня вызвали? Ну, кроме того, чтобы убить, очевидно. Мне нужно, чтобы ты изменил курс корабля. Изменил? А вы сами не можете? У меня нет полномочий. Только члены экипажа могут подтвердить решение вернуться назад. Назад? А как же поиски достойного? Большая часть экипажа утратила веру в нашу цель. Поэтому ты их убил? Я лишь принял несколько жестких решений, исключительно из экономического соображения. Запас еды и воздуха лучше оставить для более полезной части команды. Слушай, тебя интересует... Меня интересует только меч. Я дозволю тебе коснуться его, если ты подтвердишь изменение курса. Так, подожди. Блять, подожди. Ну, с одной стороны... Мне не нравится, как он отвечал, окей, меня это не касается, мне похуй. С одной стороны, ребята очень много времени потратили на эту всю экспедицию, или чем они там занимаются. Как бы казалось бы, я не против вернуться назад, но почему он отвечает, окей, это меня все равно не касается. А почему я не стану... Ну ладно, давайте первый вариант. Тогда, боюсь, ты больше не требуешь за исполнение нашей миссии. Это мы еще посмотрим. Блин, ну да. Ну, поехали! Разрешим, ба.
Phoenix. Так. Разрез для осушения. Можно оглушение сделать. Но это изи босс, ну выглядит как изи. Так, давайте осушение сразу. Все, до свидания. Все, засосали. Грешник, пусть достойно покарает твою душу. И давно я вспомнил изнутри. Грешник. Внезапно включает сирена. Быстрее к мечу, он активировал повреждение экипажа. Сейчас они все будут здесь. Активировано резервное питание. Полный перезапуск системы через 3 минуты. Поспеши, Этвин. Мы что-то не особо спешим, да? Тревога, грешник на верхней палубе. Он уже восстановился? Некогда об этом думать. Бежим. Так. Бэм. Они скоро прорвутся. Все ваше внимание поглощает меч. Его величественная рукоять поблескивает в свете фонарей. Его острое лезвие исчезает в толщине камня. Сперва попробую руками его вытащить. Ну да, вдруг именно ты окажешься достойным из всех людей. Пускайте голову, делайте глубокий вдох и подходите к камню. Это был сарказм. Скорее всего, ищи другой способ достать меч. Ваши руки наполняются силой, вроде будто пляшет молния. Ты тратишь время. Я достоин. Чего ты там бормочешь? Может, нам его каким-то лазером вырезать из камня? Я достоин! Ноги сами несут вас вперед. Рука обхватывает рукоять меча. Она лежит у вас, как вылетая. Это ваш меч. Достаточно протащить его. Черт. Ваши мышцы горят, но меч не сдвинулся и ни на миллиметр. Похоже, все-таки лазер поищем. Наорать на меч. Раскачать меч. Даже не можешь сидеть в этом чертовом камне так плотно. Запрыгивайте на камень, схватишь за рукоять, вы всем весом наваливаясь, пытаясь сдвинуть. Кстати, право и влево. Они совсем отчелись, когда взорвать можно. Надсадные виски с двери прикрываются даже бой сирен. Они вспомнили, что у них был автоматический пласт с алмазным покрытием со страницы 42. Это значит, что у нас теперь вообще нет времени. Черт, все. Сплюя камень взглядом, мы шарим своим карманом. Использовать кирку, использовать металлические детали, использовать тряпку. Тряпку. Металлические детали. Вы бросаете стальные детали в камень, ничего не происходит. Использовать кирку. Ваша рука блестит кирка. Костлеет из моего, бьете по краю камня. Большой неровный кусок крови падает на пол. Это немного нечестно, но довольно эффективно. Я должен достать меч любой ценой. Крики за дверью становятся громче. Киркой. Меч кренится вперед. Против кирку вы успеваете подхватить его в последний момент. На лезвие еще остались куски камня, но в целом экскалибр свободен. Быстро ты. Камень, похоже, совсем истрепал за время полета. Вы пытаетесь победно вскрикнуть экскалибром вверх, но он слишком тяжел. К тому же, прямо на ваших глазах толстую стальную дверь прорезает острый план пилы. Время бежать? Время бежать. Бля. Бросай в него камни. Харкни в него, харкни в него. Экскалибр с камнем прям. Конечно же, он поместится в чемодан. Мне нравится, как ты достаешь такую большую эту колыбаху, но потом как бы немножечко ракурс меняется, да? И он такой резко вот так вот хопа, и вот такой вот маленький кладет. Ну прикольно, прикольно. Ну хотели экскалибр, хотели. Да, с камнем что поделать. Формально экскалибр, формально мы и палочку доставили. Мне нравится, что экскалибр был настолько тяжелый, мы спокойненько его несем в чемоданчике. Здорово, там сюрпризик опять. Достали предмет? Mm. Mm. Mm.
будет прикольно, если он такой тяжелый, что-то возьму. Нет, точно такой же. Жалко. Было бы прикольно, если бы он такой, типа, это... Верни кирку. Так нету кирки, в том-то и дело. Кирки нету, мужик. Я не могу вернуть. Ладно. Алло? Эдвин, ты звонил? Что-то случилось? Я звонил тебе? Да, я просто уезжал на выходные. Когда вернулся, на ответчике было 15 пропущено. Я подумал, что у тебя что-то произошло. Черт. Слушай, извини, видимо, что-то на меня нашло. Что побеспокоил? Да ничего, ну... Тогда пока. Прощай. Дерьмо. Ну, кстати, последняя голова на вкусное оставь. Так, бляха-муха. Заказ принят, можешь идти. А, там не было конверта. Какого конверта? Ну, с деньгами. Вы обычно кладете после выполнения. В прошлый раз ты сорвал мне заказ на 600 тысяч фунтов. Сколько? Ты еще думаешь, я буду тебе за это платить? Считай это компенсацией моей ущерба. Видите, вы платили мне по 1000 заказ. Это сколько же денег вам остается? То есть, посмотрите, какие свинтусы. Вы рискуете, вы делаете всю работу, а эти поросята забирают просто 95, если не больше, процентов прибыли. Охуеть, да? Вот я по свинским заказам, наверное, только делал 40%. По-моему, у меня сам было свинское. Ну, не то чтобы прям, конечно, пиздец, но все равно неприятно это осознавать, что человек вообще ничего не делает. Он просто передает тебе эту хуйню, все, ебись с этим. И получает 60%. Конечно же, я говорил про бусты в лиге. Старенькие. Так. 1600 это 95%. Ну, ты понял, о чем я говорю. Даже 90, даже больше. Или меньше, я не знаю, сколько там. Больше, меньше. Вы можете посчитать. Короче, да. Ну, это пиздец просто, представляете? Типа, 1000 платить. Насколько они вот прям вот поросята просто жадные. Почему здесь такие охуенные окна? Ладно. Мы не вернем кирку. Ну, ладно. Иди спать, и Веразинг ждет. Посмотрим, посмотрим. Ну все. Чилим. Чилим бомбоним. Ой, надо в следующий раз попросить, чтобы мне дали 300к. А может быть даже 500. Вздыхает по... Какой чудесный денек. Какой чудесный денек. Термос свой забрали. Сочный термос. Почему я вижу там это? Открывает 10, увеличенный урон. Давайте действуем. Надамажим другой штукой. Ну все. А что будет дальше, то узнаем уже в следующем. Меня заблюрило здесь что-то жестко, да? Мы уже узнаем в следующем эпизоде. А я не возьму.